Каждое утро Елизаветы и Александра начинается с похода в кино. Эта традиция длится уже 10 лет. Столько пара вместе работает в «Искре». У Качалиных два дома – собственный и кинодом. Обязанности делят четко. Жена отвечает за административную работу учреждения, муж – за инженерную составляющую. Вместе мы живем уже, наверное, 22 точно, а знакомы, наверное, лет 35. Да, со школы еще. Работа для супругов не кончается даже после последнего сеанса. Дома обсуждают не только новинки проката, но также рабочие вопросы. Елизавета, как ответственный администратор, ставит супругу-инженеру задачу заранее. Я очень рада, что мы работаем вместе, потому что это на самом деле помогает друг другу. И легче, вдвоем легче. Екатерина и Александр Лысенко представляют семейный дуэт педагогов. Жена – учитель истории и обществознания, муж – преподаватель математики. Когда пара ждала пополнения, стало ясно – нужно что-то менять. Тогда супруги ушли из образования в бизнес и открыли свой репетиторский центр. Выходить на основную работу уже нет смысла, и хотелось что-то свое. В начале пути пара помогала старшеклассникам готовиться к экзаменам. Теперь же их центр работает со школьниками всех возрастов. Вместе с учениками растут и собственные дети педагогического дуэта. Я из роддома вышла на третий день, да, работы. Я с занятий уехала в роддом, родила и через 3 дня вернулась на занятия. Супруги Лысенко не только руководят образовательным учреждением, но также ведут занятия, общаются с родителями учеников, выводят детей на концерты и различные мероприятия. Для Екатерины и Александра собственный бизнес – это больше, чем работа. Их педсовет продолжается даже дома. Здесь нельзя сказать, что мы разговариваем о работе. Мне кажется, мы живем просто в этом процессе 24/7. И в этом, на самом деле, огромный плюс того, что мы работаем вместе. А вот Максим и Ирина Ермаковы вместе не работают, но роман у них вышел по-настоящему служебный. Оба уже во взрослом возрасте искали партнера для бальных танцев. Желали продолжить юношеское увлечение хореографией. Но договорились сразу. Отношения будут сугубо деловыми. И поженились через 7 месяцев. Скажите, а когда вы поняли, что это ваша женщина, это ваша супруга? Прям спустя сразу? 3 недели. Спустя 3 недели не... периодических тренировок. Для пары бальные танцы стали неотъемлемой частью жизни. Вальс, танго, фокстрот. Вот уже 4 года при любой возможности они рвутся на видновский паркет отработать программу. У нас достаточно много времени занимают танцы. Конечно, мы обсуждаем, и мы смотрим дома видео какие-то, и обучающие, и какие-то топовые пары просматриваем. Ну, соответственно, обсуждаются какие-то соревнования. Интересно, что тренирует спортсменов сын Ирины, Денис. И плоды такого подряда дают результаты. Недавно видновские бальники заняли 1-е место на региональных соревнованиях. Вот такое семейное танго. Юлия Герасимова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.